о погоде в Санкт-Петербурге прямо сейчас. Очаровательное зимнее, прохладное, ветреное питерское утро, но по традиции стихи Николай Некрасов. Снежок порхает, кружится, на улице бело, и превратились лужицы в холодное стекло, где летом пели зяблики. Сегодня посмотри, на ветках яблоки, как розовые яблоки на ветках снегири. Ну, в общем, действительно холодно. Сейчас в Петербурге -5.5, днем -5. Если бы не юго-восточный ветер, но он весьма ощутим уже сейчас. Его скорость составляет 5-9 метров в секунду, порывы до 15. И, в общем-то, холодно. Атмосферное давление составляет 754 миллиметра ртутного столба. Днем будет слабо расти, относительно влажность воздуха 85%. Конечно, одеться следует потеплее, может быть, даже слегка себя укутать, чтобы сегодняшняя зимняя прохладная погода не помешала осуществлению всех ваших планов и, в конце концов, не испортила настроение. Ну, действительно, как-то прохладно. Как-то и ветер, и снег. Его... Зима какая-то на улице просто, одним словом. Зима. Ну вот, дождались зимы. Самая жаркая погода в Петербурге в этот день +5 градусов была в 1932 году, а самая холодная погода -26 градусов была в 1942 году.